Пожар на территории лесного природного резервата Семиурмана далеко не первый в этом году. В начале июня в Жаносемейском филиале лесничества загорелись сосны. Площадь возгорания тогда составила больше 160 гектаров. Из-за угрозы распространения огня в Семее был объявлен 5-й класс пожарной опасности. Огонь ликвидировали на следующий день. Пострадавших не было. А вот 22 мая на территории Бородулихинского района области Абаи горели 3500 гектаров леса. С огнем боролись несколько дней. Тогда были задействованы 10 вертолетов, которые тушили пожар с воздуха. К счастью, никто тоже не пострадал. Если говорить о крупнейших пожарах последних лет, то напомню, в сентябре прошлого года в Уликульском районе Кустанайской области огонь уничтожил порядка 43 тысяч гектаров леса и 91 дом. Один человек погиб. Пришлось эвакуировать почти 2000 жителей из 5 сел. Был объявлен режим ЧС местного масштаба. Пожар тушили 9 дней. А вот 10 мая 2021 года в Ридере, в Восточном Казахстане, масштабный пожар уничтожил около 300 гектаров леса. Пострадал 51 участок, полностью сгорел 31 жилой дом и 37 хозяйственных построек. Тогда погибла женщина. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация.